Да, сегодня я расскажу про работу с базами данных и фьючерами в Scala. Как правило, в общем, все базы данных, все современные приложения пользуются базой данных. И довольно сложно представить себе какое-то веб-приложение, которое хоть чем-то полезное и не имеет базы данных, разве что какие-нибудь информационные сайты, и то, скорее всего, они пользуются, хранят свои данные где-то в базе. Вот. Сейчас стала популярна NoSQL база данных, но, как правило, на Java все пользуются господи, реляционными базами по типу Postgres, Oracle, MySQL, если вы странные. И сегодня мы тогда поговорим, как с ними работать на Scala. На Scala, к сожалению, довольно ограниченный набор фреймворков, и они довольно слабо развиты, но тем не менее такие повседневные задачи они вполне хорошо решают. Вот. Позже у вас будет пара, где вам расскажут про Java Hibernate, который умеет вообще все-все-все, что нужно в жизни. Но сейчас мы говорим про скалу. Сегодня мы будем говорить на примере Postgres. Уж Postgres бесплатный и, наверное, самый современный по сравнению с Oracle и MySQL. В скале, как правило, у вас будет база данных, которая развернута где-то на сервере, и вам дают просто ее данные, чтобы к ней подключиться, и вы ей пользуетесь. Но для примеров мы будем пользоваться Embedded Postgres. Это такая небольшая библиотека, которая запускает у вас, по сути, Postgres локально. Вам не нужно его нигде устанавливать у себя. И он просто создает свою папочку где-нибудь на диске и запускается. Что нам нужно для того, чтобы работать с базой? Нам нужно сделать Data Source, каким-то образом его настроить. В данном случае мы просто устанавливаем нашего пользователя Postgres. Дальше мы создаем Hikari Connection Pool и создаем контекст с этим Connection Pool. А теперь про Connection Pool. Что такое Connection Pool? Connection Pool — это штука, которая, по сути, держит в себе какой-то набор коннекшенов с вашей базой и позволяет вам их реюзать. А каждое новое соединение с базой — довольно дорогая операция по ресурсам, по времени, поэтому Connection Pool — это такой стейбл современных серверов. Потому что они не переоткрывают новые коннекшены, они реюзают старые. И у них есть свои плюсы. Во-первых, это то, что они не переоткрывают каждый раз новые коннекшены. А во-вторых, они ограничивают количество их, потому что connection pool держит в себе какой-то определенный набор соединений с базой. И это позволяет вам защититься от DDoS. Это ограничивают вас как программиста в том, где вы можете открывать коннекшены, потому что connection pool вам нужно взять, из него создать connection и что-то сделать с ним, то есть, например, написать базу. И connection pool вас в этом ограничивает, вы не можете открыть где угодно connection у себя в коде. Вам нужно как бы просигнализировать в своем коде, что вот вы берете connection pool и обращаетесь к базе из него. Вот. А теперь по поводу того, что здесь произошло. Мы будем сегодня смотреть на примере библиотеки, которая называется Squill. Довольно популярная либо для Scala. Вот. Quill — это ORM, Object Relation Mapping. Quill занимается тем, что, по сути, он берет ваш Scala-код и транслирует его в SQL-запросы для вашей базы. Что нужно знаете, тут специфичные слова для Quill. В
Вы можете настроить, каким образом ваши названия переменных будут, переменных полей в объектах будут мапиться в базу. В данном случае вот у меня написано lowercase. То есть, если в вашем объекте поле называется там country code, то есть camel case код с большой буквы, то при трансляции в базу данных это заменится на код с маленькой буквы. Вот. А, таким образом, мы создали контекст. И давайте посмотрим. Есть довольно известный датасет Мир называется. В нем есть... сейчас покажу лучше в идее. В нем есть энное количество SQL, которое создает вам три таблички. Города, страны и языки стран. И дальше оно заполняет вашу базу этими данными. Для того, чтобы это сделать, мы... Сейчас надо базу потереть. Запускаем сервер с базой. Вот у нас запустился Postgres локальный. И если зайти, допустим, через DataGrip, то мы видим нашу базу, которая абсолютно пустая. В ней ничего нет пока что. Дальше мы запускаем скрипт, который, собственно, setup, который заполнит эту базу данными. Hikari pool создается, и он выполняет все, что находится в этом World SQL. Вот. И теперь в нашей базе находятся три таблички, которые заполнены вот этими данными из примера. У нас страна, country language и так далее. Вот. И мы можем здесь вот запускать запросики. Все мы это можем делать, пока у нас запущен вот этот процесс, который поддерживает сервер живых. То есть не сервер, а базу. Вот. Окей. Теперь все ORM поддерживают какой-то конечный набор типов, которые они могут каким-то образом транслировать в базу данных. Вот в данном случае есть постгрессовские типы real, boolean, integer, character и numeric. И скаловские альтернативы этих типов это float, double, boolean, int long, string и big decimal. То есть, если у вас будет кейс-класс, в котором находятся поля типа вот одного из этих пяти вариантов, то он отлично странслируется в таблицу, в которой находятся вот такие типы. И, например, с чего начинается работа с ORM-ом? Вы берете и пишете кейс-класс, который будет каким-то образом соответствовать вашей таблице. В данном случае, вот у нас есть таблица City в Postgres, и мы дописываем кейс-класс City тоже. ID-шник int, name, country code, district, population. То же самое мы делаем для страны. И тут стоит отметить, что Quill поддерживает опциональные поля, то есть поле, имеющее примитивный тип string, допустим, оно всегда имеет модификатор not null, а поля, имеющие option, они соответствуют полям, у которых нет этого модификатора not null, то есть они могут быть пустыми. И country language, собственно, таким образом переводится в скалу. Дальше мы это сделали, написали кейс-классы, и мы, естественно, хотим что-то получить. Для того, чтобы послать запрос просто при помощи Quill, мы обращаемся к этому CTX, который мы создали ранее. То есть, например, вот этот код, который нам создает, по сути, соединение с базой. Вот. И... Q-link. Нет, не тот Q-link. Не помню, куда дел, ладно. То есть мы пишем ctx.run, и дальше в круглосколках мы пишем, собственно, сам запрос. В данном случае мы написали query от city, и
Вот таким образом выглядит сгенеренный SQL-запрос. То есть Quill умеет нам печатать эти SQL-запросы. То есть он написал даже не select звездочка, он написал select каждое поле, которое соответствует в кейс-классу поле. То есть поскольку у нас в кейс-классе city описаны вот эти 5 полей ID, name, country, code, district, population, то он нам это смапил следующим образом. Он взял таблицу city, которая соответствует названию нашего кейс-класса, и дальше все поля из этого кейс-класса он достал и написал в select. И результатом этого селекта это как раз кейс-классы, которые у нас уже описаны в скале. Вот. То есть он сходил на Postgres, забрал эту таблицу, смапил все колонки из этой таблицы в кейс-классы и вернул нам уже готовые кейс-классы скаловские. То же самое для страны. Мы получаем тут очень длинный SQL-запрос, потому что много полей. Мы точно так же получаем страну. И с языком, собственно, ничего не изменяется. Вот. Дальше, это, конечно, все здорово, но мы явно хотим что-то более интересное получать. А, ну, собственно, это то же самое, что вот если мы возьмем этот SQL запрос и запустим его напрямую в JDBC, то мы получим такой же результат. А дальше мы хотим делать query. Query мы хотим как-нибудь фильтровать, мапать наши значения и так далее. То есть мы хотим какие-то более интересные SQL-запросы писать. В данном случае мы хотим получить сити, у которого имя является Сингапуром. Берем ту же самую обертку ctx.run, query от сити, и дописываем ему фильтр имя равно Сингапур. То есть выглядит синтаксис практически так же, как будто бы query от сити это лист, City, и дальше вы просто записываете фильтр на этот лист. Вот. И этот запрос транслируется вот в такой select. То есть возьми все колоночки, где на имя равно Сингапуру. И вот мы получаем только один результат. Это город с названием Сингапур. Дальше. То же самое по ID мы можем фильтровать города. То есть суть не меняется, получаем тот же самый Сингапур. И, допустим, если мы хотим получить все города, у которых население больше 9 миллионов, то мы можем написать population больше 9 миллионов, и это все точно так же транслируется в SQL, и мы получаем города, у которых большое население. Дальше возникает вопрос. Мы все это пишем с константами. Вот. И, естественно, мы в реальной жизни хотим какие-то более интересные запросы, которые зависят от каких-то переменных. Ну, собственно, то же самое булиновское выражение. Я забыл пример еще один. То есть мы хотим одновременно population больше 9 миллионов, и страна находится в Китае. То есть не страна, город находится в Китае. Вот. И точно так же мы написали здесь end-end, и это у нас перешло в SQL через end. Так вот, мы хотим какие-то переменные запросы, которые зависят от каких-то параметров. И для этого есть такая операция в Квиле, которая называется lift. В чем ее как бы хитрость? Хитрость в том, что сейчас про бинды в SQL запросах вы знаете, да? Очень хочется верить, что вы знаете про бинды. Окей. Напомню. Хорошо. Бинды довольно простая штука. Теперь мы где хотим where population больше 9
миллионов. Это запрос без бинда. То есть он, вот эта штука, это константа. Если мы хотим бинт, это по сути переменная в SQL-запросе. То есть, если мы напишем знак вопроса здесь, то мы должны заполнить эту переменную каким-то значением и тогда выполнить этот запрос. В чем разница? Разница в том, что база данных компилирует запросы. То есть, они, когда им приходит SQL-запрос, они его компилируют, тратят на это какое-то количество ресурсов, потом строят план, там, в общем, довольно много накладных расходов идет на каждый новый SQL. И если мы будем посылать все наши SQL-запросы с константами, то есть мы туда как бы условно хардкодим 9000 или Китай, то наша база довольно быстро расстроится, если мы будем часто такие запросы кидать, что, мол, я скомпилировал кучу запросов, они все разные, и я довольно плохо от этого. Поэтому база данных поддерживает бинды. Бинды используются, чтобы как раз вот эти переменные пихать. То есть, по сути, сколько бы мы раз не спросили, там, допустим, у нас есть фильтр популяции где-нибудь в списке в приложении нашем, сколько бы мы раз не запустили этот запрос, это будет все один и тот же запрос. И наша база сможет довольно хорошо его соптимизировать рано или поздно и быстро его просчитывать. Если только мы напишем здесь bind как раз. Если его не написать, то она будет каждый запрос считать новым и не сможет нам каким-то образом их оптимизировать. Вот. Поэтому как бы запросы без биндов вообще писать по-хорошему нельзя. Вот. Поэтому как раз есть операция lift. Операция lift как раз вот этот CTID, она его запихнет туда как бинд. То есть реально этот запрос выглядит как ID равно знак вопроса, а вот эта переменная 1, она туда передается как дополнительный аргумент запроса. То есть мы говорим базе, выполни вот такой вот SQL с такими переменными, и она его выполняет. Вот. И... какие-то проблемы решать. Ну, кроме того, что это помогает нашей базе работать правильно, это решает еще проблему SQL инжекшенов. Довольно такая частая штука, которую все боятся. Пользователь у нас где-нибудь в интерфейсе введет очень хитрую строку, которая, не знаю, допустим, если у нас запрос... Сейчас, какие там есть поля полезные? Name... Вэр там name равно, и мы вот сюда вдолбим строку, которую вводит пользователь без бинда, мы, скорее всего, довольно быстро расстроимся, потому что хитрые пользователи в принципе в состоянии написать что-то вот в таком духе, там, не знаю, точка с запятой, drop, table, country, country, дальше точка с запятой и, не знаю, как-то вот так примерно. То есть вот это будет у нас прекрасный input пользователя, который мы засунем в SQL-запрос, и пользователь получает практически полный доступ к нашей базе данных. И как бы это очень плохо. И как раз-таки бинды от этого нас спасает. То есть, что бы ни было засунуто в бинд, оно уже не будет влиять на SQL-запрос, потому что это уже работает как переменная. То есть, если там даже будет написан вот такой текст, то наш SQL-запрос именно с ним выполнится. Вот. Окей. Это к тому, почему бинды важны. Так вот, в Quilly это делается через lift. Просто как бы мы говорим ему, что при компиляции этого запроса сделай его биндом.
Дальше мы хотим... А, кстати, у Квилла есть, конечно же, ограничения. Квилл очень четко смотрит на то, чтобы внутри вот этого фильтр клоуза, то есть фильтр скобок, были только правильные слова. То есть максимум, что вы здесь можете написать, это название поля и какая-нибудь константа с лифтом. Вот. Если вы, допустим, напишете, что name.length равно единице, это будет считаться некорректным выражением, потому что ну, мы не можем то же самое высчитать на Postgres. Поэтому вот такая запись считается некорректным. Чтобы ее выполнить, нужно тогда писать через постгрессовскую функцию, которая там length от name равно и так далее. А теперь, что делать, если мы не хотим получать целиком кейс-классы? Нам, ну, получать целиком кейс-классы довольно затратно. Допустим, если мы хотим получить только... Я даже не знаю, список активных пользователей, и нам нафиг не сдались все, ну, как бы, пользователи целиком с его контентом, мы можем мапнуть наш запрос. То есть мы пишем query map и берем из него только какие-то конкретные поля. Мы можем мапнуть в абсолютно любую структуру, то есть не только tuple, но в данном случае тут так сделано. И это транслируется, собственно, он селектит только определенные колонки и образует нам вот эти пары из названия страны и континента. Собственно, еще один пример мапания это возьмем страну, возьмем еще и популяцию из нее. Ровно все то же самое. И как бы результат комбинации этих вещей мы хотим фильтровать страны по айдишникам и брать только их имя. И вот мы получаем такой SQL запрос, то есть select name from city, где айдишник этого city равен 3208. И получаем только название этого города. Так, теперь какая типа без джойнов довольно неинтересно вообще работать. У нас есть как раз связанные структуры страна и страна и город, которые связаны между собой через страна имеет country-код. Сейчас. Город имеет country-код, а страна имеет как раз код. И они связаны через это поле между собой, через foreign key какой-нибудь. Чтобы написать... И мы хотим, допустим, получить, там, допустим, все города, которые находятся в Азии. Как бы обычный SQL состоит из того, что вы фильтруете страны, потом на фильтрованные страны джойните города и получаете список городов из этого. Собственно, это здесь пишется. Мы берем города, джойним на них страны по country код равно коду. То есть из сити мы берем country код, из страны мы берем код. Дальше мы фильтруем все страны, у которых континент это Азия. И в итоге мы мапаем city в name. И итоговый у нас SQL запрос выглядит, собственно, таким образом, что мы берем имя из city, на котором мы нажали страну, по вот этому foreign key, где континент это Азия. Ну и понятно, все это можно между собой комбинировать, там в любых порядках можно писать GroupBy и прочие такие SQL-ные штуки, которые находятся в стандартном SQL. Некоторые базы данных реализуют свои какие-то операции, которые
вряд ли поддерживаются ORM. Дальше инсерты. Инсерты выглядят довольно просто тоже в этой библиотеке. Мы пишем, говорим, что это запрос будет по таблице City. И дальше говорим, заинсертим мне туда город. То есть мы создаем instance города и инсертим его просто вот query от сети insert. Результирующий SQL выглядит как довольно обычный insert в таблицу. Он нам возвращает количество измененных строк. Дальше мы можем проверить, что у нас это произошло, просто фильтрануть города с популяцией 0. Сейчас мне тоже это нужно повторить. Insert. Ну, вот тут, собственно, то же самое. Если мы хотим заинсертить несколько городов, например, список, то мы делаем lift query, который как бы условно берет этот список городов и делает его тоже биндом. Вот. И с каждым из городов мы делаем query insert. И по итогу мы получаем вот такой список запросов, то есть insert into city, values, т.д. А Postgres умеет масс-инсерты, но это не считается SQL-стандартом, потому что, например, Oracle не умеет такого. Поэтому, к сожалению, эта библиотека, она генерирует как бы три отдельных инсерта. Что на самом деле, если делать в одной транзакции, то разницы никакой не дает. И дальше мы можем проверить, что вот у нас города с популяцией 0, их три штуки, четыре штуки должно быть, да. Тествиль, Тестополис, Тестберг. Куда еще один делся? А, и тест. Вот. И таким образом мы заинсертили список городов. И все это, естественно, тут как бы визуально она печатает, что здесь какие-то конкретные значения. Но на самом деле здесь все бинды. То есть этот запрос, в котором находится 5 биндов. Окей. Апдейты. Собственно, еще одна часть такого нужного функционала при работе с базой, это мы хотим апдейтить значение в таблице по какому-то условию. В данном случае мы хотим сказать, что город, мы хотим заапдейтить город с айтишником 10 тысяч вот таким конкретным значением. Собственно, что мы им пишем? Мы берем таблицу City, фильтруем айтишник 10 тысяч и говорим, что мы ее апдейтим вот таким значением. И итоговый запрос выглядит... собственно, он как бы разложит его по частям. То есть апдейт таблица, где... установил такие значения, где ID равно 10 тысяч. И получается, что мы как бы обновили эту строчку вот таким значением. Дальше, если мы хотим обновить только какую-то часть этой строки, то мы можем написать апдейт на конкретное значение. То есть здесь мы писали апдейт от кейс-класса City, который соответствует строке в таблице. А тут мы можем написать, что обнови имя вот таким значением. Собственно, что он у нас и сделает. То есть он апдейтит сити, поставит имя равно такому, где ID равно 10 тысяч. И если мы хотим, допустим, несколько значений обновить одновременно, то ничего нам не мешает этого сделать. Мы посылаем запрос таблицу City опять, фильтруем, где district это тестовая страна, и заменяем district на тест borough. И у нас запрос как бы, собственно, точно такой же, как на предыдущем слайде. И дальше, наверное, такая последняя вещь, которая используется в работе с базой в основном, это транзакционность. А транзакционность — это такой довольно мощный функционал
реляционных баз данных, который позволяет вам как бы в локальном мирке наделать ваших изменений, и потом, если что-то у вас пошло не так внутри этой пачки изменений, то откатить все сразу. Вот. Это как раз помогает при работе, когда у вас несколько клиентов с базой данных общается, и вообще намного делает работу с безопасней. А как транзакционно общаться с при помощи библиотеки? Мы, допустим, пишем вот здесь CTX transaction, и внутри весь код, который будет вызываться внутри вот этих фигурных скобок, то есть сейчас лучше я в идее покажу. Transactions. Весь код, который будет происходить внутри вот этих фигурных скобок, он как раз будет проходить внутри транзакции базы данных. То есть, если мы где-то посередине упадем, то все изменения откатятся. Вот. А то есть, в данном случае мы говорим, что обнови вот этот тест borrow на тест country, а потом падаем с exception, и у нас ничего не произойдет. То есть, все вот эти города останутся по-прежнему с дистриктом тест borrow. Окей. Еще раз тогда, зачем транзакции? Как такие еще два пункта. Во-первых, транзакционность позволяет базе данных самой управлять, когда что будет записываться. То есть, если, допустим, два пользователя одновременно пишут таблицу, то чтобы избежать конфликта, она будет сначала запускать одну транзакцию, потом другую. И еще такая полезная вещь, ну, кроме того, что это не позволяет не раздолбать вам вообще все ваши данные, это то, что... Ой, блин, сейчас мысль потерял. То, что база может как бы схлопывать изменения. То есть она на самом деле прогоняет эти все изменения в каком-то таком специальном спейсе, она их может сбачить вместе, чтобы суммарно все изменения прошли немного быстрее, чем если их по отдельности вызывать каждый по одному. Окей. Теперь, собственно, мы посмотрели на примеры, как работать с базой. И, по сути, на самом деле, кстати, по поводу транзакции еще. База не позволяет себя как бы испортить, поэтому, по сути, если вы вызываете отдельные действия, которые пишут что-то в нее, то, по сути, каждое из этих действий проходит в отдельной транзакции. Вот. То есть, вся суть вот этого синтаксиса транзакшн это на случай, если вы хотите провести несколько изменений. И еще один момент про транзакции последний, это то, что, допустим, если вы напишете вот какой-нибудь вот такой код прекрасный, сейчас, да, и запустите его, то... Минуту. То у вас получится так, что вы сказали обновить тест borrow на тест country. Сейчас я обновил уже. Опс, нет. Сейчас. Где у меня update файл? Надо его запустить. Так, теперь у нас все тест borrow. Что происходит? То есть внутри транзакции мы сделали запись, потом мы сделали считывание. И внутри этой транзакции наша запись считается примененной. То есть вот мы записали, сказали, что поменяй нам тест borrow на тест country, потом сделали select. И у нас вернулись все результаты, содержащие тест county. Вот. Дальше мы упали на эксепшене, наша транзакция откатилась.
И после этого мы вызвали Select, и у нас данные вернулись в изначальное состояние. Окей. Теперь, собственно, такие реальные примеры. Вернемся к нашему прекрасному сайту. Что нам нужно, чтобы влепить в него базу данных? Во-первых, нам нужно энное количество библиотек. Нам нужен, собственно, сам Quill, JDBC драйвер, и вот это все остальное не нужно. Если у вас как бы есть нормальная база данных, то вот это все не нужно. Нужен только библиотека Quill и драйвер базы данных. Еще, кстати, такое небольшое отступление про драйверы. Кстати, я не знаю, как вы работали с базами данных? У вас был курс баз данных, через что вы с ними общались? Не, понятно, у вас был Postgre, а как вы в нем запросы вызывали? ПХП у нас был однажды, чтобы PHP. запросы высылать. Подожди, но PHP же сам по себе не может в базу данных подсоединиться, ему нужна какая-то прослойка. Возможно, был какой-то фреймворк для ПХП. А, ну понятно. Короче, ладно. Просто писали запросы в самом Postgre. А, вот так вот жестко. Я понял. То есть вы... Окей. Вы пользовались тем, что у Postgres есть консоль, в которую можно хреначить запросы, по сути, как вот то же самое, ну, как бы, если закрыть пару глаз, то же самое, что делает вот этот DataGrip. То есть, типа, вот тут консолька, как бы в ней пишешь запросики, и шмяк-шмяк, все работает. А все на самом деле не так просто. То есть, если вы можете пользоваться консолью, ну, во-первых, пользоваться консолью базы – это вообще бред, и из реальных приложений это, конечно же, вы не будете делать. А для Java машинных языков есть такая штука JDBC, Java Database Connection, если не ошибаюсь. Все реляционные базы, которые хотят хоть как-то использоваться в мире, они реализуют для себя конкретно версию этого JDBC драйвера, то есть вот org PostgreSQL. Он как раз реализует вот этот стандарт JDBC. Вот. И дальше, то есть это такой драйвер, которым могут пользоваться ваши Java-приложения. Вы можете напрямую пользоваться этим драйвером, но он ужасный, неудобный, устаревший 100 раз. Поэтому все пишут поверх этого драйвера еще дополнительные обертки. И что это дает? Как раз вот эти обертки, которые у ORM, они позволяют вам, вашему приложению, не зависеть вообще от базы данных никаким образом. Если вы, конечно, где-то не завязываетесь на специальный синтаксис, который есть только в вашей базе. Вот. То есть, например, я могу поменять версию драйвера и мое... То есть, не версию, а библиотеку драйвера, и мое приложение будет работать с Oracle, допустим. Или там с... Господи, MySQL. Вот. То есть, JDBC — это такой джавовый стандарт для работы с базовыми данными. Базами данных. Вот. И все его имплементируют. А дальше уже потом ORM пользуется через стандартные API для работы и вызывает там какие-то методы. Если, например, посмотреть, наверное, на примере... Сейчас, секунду. Create table, да-да-да-да-да-да, машин-то. Блин, а куда это я все запихал? А, вот. Вот это пример реального кода, который мы используем. Как раз вот здесь нам пришлось довязаться на то, что это Oracle. И здесь мы делаем очень неприятную штуку. Мы берем Oracle Connection.
мы делаем prepared call, это как раз уже стандарт JDBC. Туда можно запихать любой SQL, то есть стрингу прям. Так вот. Мы в него запихиваем стрингу и получаем callable statement. Это такой как бы промежуточный объект. То есть вы туда пихнули SQL, но еще его не вызвали. Вот. Дальше здесь создаются blob. Blob — это binary lob. А lob — это, ну, короче, байт-строка. Вот. А дальше грязные неприятные вещи. Дальше мы в этом стейтменте мы как бы регистрируем параметры. То есть вот на первый знак вопроса мы регистрируем integer, на второй знак вопроса мы регистрируем конкретное значение. То есть это будет out параметр, это то, что нам SQL запрос вернет в этот знак вопроса. А setBlob — это как бы in параметр. Мы туда регистрируем вот эту байт-стрингу. Дальше мы вызываем execute. Это запуск SQL запроса. И из statement мы теперь получаем вот этот как раз out параметр. Из первой позиции, из первого бинда мы получаем назад наше значение. Вот. Это вот так вот страшно выглядит работа с JDBC драйвером напрямую. А если посмотреть, допустим, на вот какой-то такой простой запрос, это другой фреймворк, называется Scalable JDBC. Он позволяет довольно удобно писать SQL запросы и бинды сам в них вставляет. Здесь как раз уже вместо того, чтобы вот как раз написать вот этот странный, страшный код с JDBC-драйвером, библиотека делает все за нас. То есть она, по сути, делает вот все, что там ниже было написано, но вот этот бинт она как бы сама туда вставит, сама вытащит оттуда значение из колонки C4 offset и выполнит этот запрос. Вот. Это про то, как вообще как бы работает эта инфраструктура JDBC драйверов. Вот. Так вот, вернемся к нашему приложению. В нашем приложении у нас с месседжами. У нас была база данных, которую мы написали довольно криво-косо на Notepad, просто в текстовом файлике мы хранили. API у нас, по сути, не меняется. Нам пока что... Вам нужно будет домашки, пока что не надо. Нам нужно получать список всех сообщений и добавлять новые сообщения. Теперь к реализации базы данных. А здесь, по сути, ничего такого интересного не происходит. Поскольку мы пользуемся конкретной реализацией, то есть мы пользуемся Embedded Progress, Embedded Postgres, потому что мы тестим наше приложение, мы создаем Embedded Postgres, создаем к нему connection, и на старте DB-адаптера выполняем прям вот жестко SQL запрос create table if not exist, username и message text. Вот. И дальше наши SQL запросы выглядят очень просто. Просто query message, потому что нам нужен целиком класс message. И если мы хотим добавить message, мы query таблицу message и инсертим заливченный message, чтобы он пошел туда биндом. Вот. И, собственно, вот это вся работа с базой данных. Понятно, что в каком-то таком более реалистичном приложении нам нужно будет что-то сложнее. Вот. Но как бы для тестовых целей, как правило, работа с базой данных в приложениях заканчивается вот примерно таким уровнем. Вы делаете какой-то адаптер базы данных, который умеет сохранять эти сообщения и доставать их. И на этом, в принципе, ну, возможно, пару фильтрующих запросов поддерживает. И на этом как бы ваша реализация заканчивается. Если мы запустим наше приложение, тут код вообще не изменялся ни разу, кроме того, что мы заменили на нашу новую базу. Если мы его запустим, он запускает этот Postgres заимбедженный. Вот. Дальше мы идем, собственно, на localhost, пишем тут пару сообщений увлекательных, еще немножко,
Вот. Мы тут залогили. И дальше, если зайти, например, датагрипом, то вот у нас есть одна единственная гордая табличка, в которой находятся все наши сообщения. И если пользователь заходит на нашу страницу, то он, собственно, быстренько сходит в базу данных, получит весь список и увидит их все на экране. И, наверное, на этом с этой частью примерно все. Есть вопросы про базу данных? То есть домашка будет состоять в том, чтобы переделать базу данных из текстового файла в Postgres? Даже не так. Ну, типа, я этот код выложил, там уже все переделано. Домашка будет состоять в том, что надо будет добавить тот функционал, который был описан. Ну, то есть я выложу темплейт пустой, вот этот примерно с базы данных. Надо будет расширить функционал, чтобы можно было реплай туда-сюда. Айдишники сообщений вам база данных сама может инкрементить. Вот. Надо будет фильтр сделать, надо будет, чтобы пользователь, как бы, мы про security не обсуждали, поэтому как бы пользователь заходит на страницу индекс, вводит свой юзернейм, и дальше все работает с ним. И значит, если у пользователя как бы условно залогинился, то вы можете сохранить какие-то его настройки в базе. То есть, допустим, если я залогинюсь с юзернеймом Вася, то вы пойдете в таблицу юзеров Вася и увидите, что у меня был проставлен фильтр. Например, так. Вот. То есть, как-то тут немножко добавить надо будет кода. И вторая часть домашки про базу будет в том, что надо будет просто написать пару хитрых запросов к тестовым данным. Это... Наверное, примерно так будет выглядеть. А сколько всего будет домашка? Любимый вопрос. Я ожидаю, что еще три. То есть вот это... А, нет, что-то я загнул. Две, видимо, да. Будет еще две, включая следующую. Даже понимаешь, что мы чуть-чуть не успеваем. Чуть-чуть. Конец семестра. Как тебе сказать? Все будет хорошо. Я думаю, что, ну, как бы, это домашка на две недели, это значит, что она, типа, заканчивается когда-то 30-го, условно. Она небольшая. И дальше у вас будет такая заключительная домашка по Спрингу и Хибернейту. Она тоже будет довольно небольшая. У вас как бы условно есть время на подготовку к экзамену, выделенную на сессии. Можно считать, что вы будете сидеть и делать все это время домашку. Правда, здорово. Там будут небольшие домашки, я понимаю, что уже сессия, и думать про это не хочется. Скажи, пожалуйста, на какой домашке вот троечка будет? На какой домашке? Я думаю, что я сегодня просто запихаю все баллы, и ты увидишь свою примерную конечную оценку. Окей. Давайте дальше тогда про вторую часть поговорим. Веб-кроллер. Сейчас поговорим. У нас есть такая увлекательная задача. Мы хотим с Википедии сдуть все ссылки, начиная с какой-то страницы. То есть... Все related страницы, начиная от какой-то страницы, мы хотим по Википедии пойти и собрать их. И, например, вот, допустим, что мы делаем? Мы идем на API Википедии, создаем request, дальше парсим его, достаем оттуда соседние страницы, достаем из них линки, и у линков достаем title. И... Блин, это не тот проект вообще. По итогу мы получаем... Где fetch links?
Мы получаем вот такие соседние страницы с Эйнштейном. А теперь дальше, следующий уровень. Мы хотим, начиная от Эйнштейна, то есть эта функция нам будет возвращать список related страниц к странице с таким названием. Вот. Она ничего такого магического не делает. Если надо, я могу более подробно рассказать, что здесь происходит. А теперь мы хотим идти рекурсивно от Эйнштейна и собирать, то есть взять соседей Эйнштейна, у соседей Эйнштейна взять и их соседей и так далее. И мы пишем вот такой вот некрасивый код, который является функцией, которая делает следующее. У нее есть пустой сет, где мы начали. У нее есть сет текущих страниц. Дальше что мы делаем? От нуля до глубины запроса, то есть, ну, там, например, у нас 2, мы делаем следующее. Мы вызываем вот эту функцию fetchLinks от всех тайтлов. То есть первый раз она вызовется от Эйнштейна, дальше она вызовется от всех соседей Эйнштейна. Берем этот список и фильтруем, если мы каких-то из этих страниц не встречали, то мы их добавляем в current. И как бы посещенные страницы тоже добавляем. То есть получается, что мы пошли в Эйнштейна, дальше пошли в его соседи, добавили их в список. И дальше на третьем вызове мы пошли в соседи соседей. И мы, если там есть какие-то связи, которые повторяются, то мы их не будем посещать дважды. Вот. Это все, что это делает функция. Она вот нам за 3 секунды где-то находит всех соседей Эйнштейна с глубиной 2 обхода. Окей. Дальше, что мы хотим? Естественно, мы хотим, чтобы это делалось быстро. И тут у нас вступает, как бы, возникает такое понятие, как параллельное программирование. Я так понимаю, что у вас параллелки не было, я надеюсь, очень будет. Это такой большой предмет, который изучают долго. Но если вкратце, мы хотим, чтобы наша программа работала быстро. Чтобы она работала быстро, поскольку здесь мы будем последовательно вызывать fetchLinks, наша программа, казалось бы, может запускать fetchLinks параллельно. Вот. Нам не нужно ждать, пока как бы соседний результат обработается, чтобы выполнить первый результат. Сейчас. То есть мы код практически не изменяем. По сравнению, сейчас я закрою close over tabs параллел. Sequential. Давайте. Спасибо. То есть, по сути, все, что мы сделали, это мы написали вот эту загадочную строчку execution context. И вместо fetchlinks обернули во слово future. И в next title list мы добавили тут await result. Что это все значит? Когда мы обсуждали функциональное программирование, я рассказывал про монады. Самая такая важная монада в скале — это как раз future. Future — это такой мощный инструмент, который позволяет вам довольно просто и удобно выполнять какие-то действия на другом трейде. То есть джавовский процесс устроен таким образом, что у вас есть главный тред, в котором все выполняется, то есть в котором работает условно функция main. Вот. И вы можете задавать себе много других как бы соседних тредов, которые будут выполнять свои задачи. В данном случае мы создаем execution context, который будет иметь размер 8. То есть под этот execution context мы отводим 8 тредов. Сейчас. Что такое тред?
Тред это... Ой, чтобы не соврать. У вашего компьютера есть ядро, ядра. Каждое ядро может выполнять энное количество процессов одновременно. Если не ошибаюсь, как раз тред это часть вот такая, один поток ядра. Вот. В данном случае мы создаем как раз thread pool. Это такой вот, как у нас есть connection pool, вот то же самое с тредами. Потому что новые треды создавать, это тоже такая довольно дорогая операция. Поэтому есть тулы, которые позволяют менеджить этот набор тредов. Вот. Мы создаем thread pool фиксированного размера 8 и создаем execution контекст. Дальше future. Это как раз вот такая монада вычисления, которая выполняется параллельно. Вот. Future требует, если бы открыть его конструктор, то future требует вот это как раз заделейное вычисление, которое выполняется где-то там на другом трейде, и требует execution контекст. Execution контекст это такой, не знаю, как сказать, облако из тредов, куда скала скидывает вот эти фьючеры, и она сама же там их в каком-то правильном порядке будет вычислять. Об этом, в общем-то, практически не нужно париться. То есть, по сути, если вы создали где-то инстанс фьючера, скала просчитает его вот в этом execution контексте отдельном от вас, и вы не будете висеть в главном треде на этом. Вот. И как бы здесь, по сути, мы создаем вот этот здесь мы создаем список фьючеров. То есть мы создали список тасок, которые нужно выполнить на вне главного треда. А это значит, что как бы как только выполнится этот код, он не будет фичить линки сразу. Вот. Мы сразу проскочим здесь, мы не будем висеть на вот этом куске кода и ждать, пока мы каждую ссылку запросим в Википедии. Дальше нам нужно, вот у нас где-то отработало это вычисление, нам нужно как бы условно фьючеры, они существуют, то есть у вас есть главный тред мейновский, он как бы, это наше условно время, а фьючеры, они существуют где-то там вот вне времени и пространства. Вот. И нам нужно их как бы условно синхронизировать с нашим главным тредом. И для этого есть как раз await. Await блокирует наш главный тред, пока фьючер не отработает. И здесь в данном случае мы берем вот этот список фьючеров и дожидаемся, пока каждый из них не отработает. Вот. Вот. Дальше мы получаем наш результат, который мы попросили во фьючере. И продолжаем работать точно так же, как работали. Вот. И если сравнить их по производительности, то вот sequential, который довольно тупо проходит по каждой ссылке и проверяя, фетчит ее, он работает 3 секунды на глубине 2. А наш parallel crawler работает где-то, ну, условно 1 секунду. То есть мы уже довольно много выиграли за счет того, что... Мы не последовательно ходим за ссылками, а параллельно. То есть мы запустили 8 тредов, которые каждый ходил за своей ссылкой, параллельно. Вот, мы друг друга не ждали. А теперь, как это произошло? Что произошло? Вот у нас как раз есть... Это называется fork joint параллелизм. А у нас есть главный тред. Мы из него форкаем какое-то вычисление. Здесь мы фичим Эйнштейна. Дальше мы джойнимся обратно в наш главный тред при помощи await result. Вот. Дальше мы создали еще 3 фьючера. Они выполняются в тред-пуле. И мы потом обратно джойнимся await result. И так далее до бесконечности. Это про то, вот как раз, что такое fork join параллелизм. Окей. Дальше... Поскольку то, что мы написали, оно пользуется мутабельными переменами, и вообще не очень хорошее, мы хотим как бы дальше еще параллельно сделать эту штуковину,
А для того, чтобы нам сделать ее еще параллельно, нам нужно избавиться от мутабельности. И мы для этого рекурсив кроллер. Для этого мы переписываем нашу функцию следующим образом. Вот эти два бара мы заменяем переменными рекурсивной функции. И внутри рекурсивной функции, по сути, ну, как сказать, очень похожий код. То есть вот эти два вара мы заменили на переменные рекурсивные функции, а дальше она сама себя вызывает до бесконечности, пока у нас глубина не достигла определенного значения. Вот. То есть цикл мы заменили на рекурсию и вот эти две переменные цикла. Окей. И теперь эта штука работает примерно столько же, сколько и предыдущая, потому что, собственно, мы ничего не изменили по производительности, мы просто сделали эту рекурсивной функцией. Окей. Пока все понятно, да? Хорошо. Теперь мы замечаем, что... Мы замечаем, что сама имплементация вот этого фишлинка, она довольно заторможенная, потому что мы здесь делаем синхронный реквест, который вешает нам как бы вот этот кусок кода весь, мы не можем дальше идти в нем. Вот. И мы хотим сделать это как-то поинтересней. То есть, по сути, мы хотим вот этот fetchLink тоже сделать синхронным. Для этого в Java есть хорошая библиотека для асинхронных HTTP-запросов. Она называется Async HTTP-клиент. И, по сути, она тоже реализует свой connection pool для HTTP-реквестов. Вот. И здесь возникает вопрос. Это джавовая библиотека, которая создает джавовые фьючеры. В Java есть тоже как бы фьючеры, они немного по-другому устроены, но очень похожи. Вот. А нам нужно каким-то образом как бы джавовый фьючер превратить в скаловый фьючер. А для этого, то есть, вот здесь создается асинхронный HTTP-реквест, то есть примерно так же выглядит, как и у нас до этого. И он порождает listenable future. Listenable future — это джавовая штука, у которой, в общем, практически по смыслу такая же, как в скале. Но нам нужно ее в скаловую future сконвертировать, чтобы потом их склеивать между собой. А что нам для этого нужно? Listenable future имеет функцию addListener. AddListener может сделать какое-то действие, когда фьючер отработает. То есть, когда этот HTTP-запрос отработает, мы можем добавить callback, который сработает в этот момент. Это, по сути, такой очень кривой map у фьючера. То есть, в скале можно взять фьючер и вызвать у него точку .map, и с результатом вот этого параллельного вычисления какое-то действие произвести. В Java так нельзя, приходится делать через callback. Вот. Окей. Для этого мы используем Promise. Promise — это такой брат-близнец фьючера в скале. Promise — это как бы коробочка, которая тоже монада, кстати, которая обещает, что когда-нибудь у меня внутри окажется это значение. То есть она как бы мутабельная на самом деле. Вот. Что мы делаем? Мы ставим промис на строку. Сейчас я забыл, что дальше происходит. Да, мы создаем промис на строку. То есть мы создаем коробочку, в которой обещаем, что в ней когда-нибудь окажется значение. Дальше мы запускаем асинхронный HTTP-запрос. И дальше callback'ом к этому асинхронному HTTP-запросу мы ставим следующее.
Когда этот фьючер завершится, мы в наш промис положим результат этого асинхронного запроса. Вот. То есть здесь что происходит? Мы у промиса вызываем метод success, который в него кладет значение. И туда из вот этого listenable future джавовского достаем response body. И дальше мы промис конвертируем во фьючер. То есть мы как бы эту коробочку, в которой когда-нибудь окажется значение обещанное, мы его конвертируем в фьючер. То есть это как будто бы вычисление, которое когда-нибудь завершится. Вот. И дальше мы этот scala future как раз мапаем. То есть мы берем из него response body и выполняем с него такие действия. И теперь наш хэшлинк асинхронный, он возвращает фьючер от секвенса стрингов. То есть не просто список строк соседей у страницы, а фьючер на них. Дальше, что нам это позволяет? Мы можем написать асинхронный кроллер. Асинхронный кроллер отличается от... от рекурсивного. Дайте мне. От рекурсивного довольно небольшом количестве вещей. Во-первых, мы теперь по текущим строкам, которые нам нужно обойти, мы просто мапаемся и получаем список фьючеров. То есть вот этот fetchlink async нам теперь возвращает фьючер. Дальше мы делаем следующее. Поскольку все эти фьючеры, у них как бы они не зависят от друг друга. То есть нам не нужно дожидаться выполнения каждого из них последовательно. Мы можем сказать, что они могут выполняться параллельно, а значит, что мы можем их как бы соединить в один большой фьючер. То есть фьючер sequence берет список фьючеров и делает фьючер от списка, если это какой-то смысл имеет. То есть вот это у нас set фьючер, set фьючеров, а фьючер sequence от сета фьючеров нам вернет фьючер от сета. Вот. То есть здесь у нас будет результирующий тип set sequence'ов, next titles это set стрингов, а дальше, собственно, мы делаем еще один рекурсивный вызов. Вот. А теперь в чем хитрость? Вся наша функция возвращает теперь фьючер. То есть мы как бы создали вот такое хитрое, сложное вычисление, состоящее из фьючеров, которое может оффлоуднуться куда-нибудь на вот этот ThreadPool и выполняться параллельно от нас. То есть сам вызов fetchlinks async, он занимает там несколько миллисекунд теперь. Но если мы напишем сюда await result, то мы можем получить... Сейчас посмотрим, насколько оно быстро отработает. В принципе, оно работает теперь хуже, чем до этого. В чем разница? Разница в том, что создание фьючеров это тоже все-таки такая не бесплатная операция. Вот. Поэтому, конечно, оно на маленьких примерах будет работать хуже. То есть мы будем проигрывать всегда вот простому параллельному коду, который создает намного меньше фьючеров. И хоть он их ждет всех последовательно, но все равно он будет ему проигрывать. Вот. Но если мы здесь поменяем количество запросов, допустим, до глубины 3, то параллел кроллер у нас будет работать секунд 10, наверное. А, подожди, 3. Сейчас асинхронный. Подожди, я в ком поменял? Блин. Асинхронный будет сколько работать?
Асинхронный будет работать уже две. Если мы увеличим количество до 4 глубину обхода, то как раз параллел будет работать довольно долго. Очень долго. Прям как-то неприлично долго. Он работал 16 секунд. А синхронный кроллер у нас работает сколько? Он работает 2.60. То есть... Сейчас я правильно считаю? Да. Он работал 2.5 секунды. И как бы это приятно довольно. То есть Scala, во-первых, она смогла построить из этих фьючеров какую-то правильную структуру и распределить треды по ним. Вот. И второе, что она делает, мы не ждем всех фьючеров последовательно, то есть есть какой-то из них. Если, допустим, в нашем списке первый фьючер завершится последним, а последний первым, то мы будем ждать вот эту долгую разницу между первым и последним. Фьючер sequence, он как бы дождется, когда все отработают и запустит следующий шаг. И таким образом мы как бы распараллелили этот процесс. Наверное, на этом все. Просто есть?